Я рад приветствовать всех и вся, кто знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстроразборных гирь, других спортивных снарядов. С моим новым видеороликом, который уж становится первой частью, и всей второй части кое-что добавить-подбавить. Вот. То есть то же самое, что вчера, то, что излагалось, вот. Можно сказать, да уж, да, в первой части всего видеоролика. Вот, то же самое. Касается и такого спортивного снаряда, как гантели. Ну вот, не раз и не два рассказывался о всей гантели. Вот. Отстранен один груз, который для гиревого варианта, вот эта смена, грузовой стакан. Вот, это набор, значит, один пакет. Это двухпакетный набор, конечно. В гирях однопакетный набор, а тут двухпакетный набор. Вот. Тут всего-всего-всего, значит, 3,25 килограммов. Общий вес тут еще 3,25 килограмм. Скажем, начальный вес, скажем, 10 килограммов. Вот. И 16,5 килограмм общий вес. Это если из стали все делается. Ну, если применить, скажем, такой метр, как титан, прочность не наступает. Так, значит, начальный вес будет меньше, опять-таки. Причем даже можно применить для самих вот этих вот частей корпуса этой гантели. Даже алюминий сплав. Но следует отметить, что да, я рассказывал о всем, что есть соревноватые гири даже 8 килограммов. Диаметр аж 210 миллиметров, как общепринятый. И если такие заливать свинцом, там из-за 100 килограммов можно залить. Это уже, как говорят, некоторые подробности. Так опять-таки, вот эти смены груза можно делать, если надо. Вот, мотанные. Даже из свинца. Ну, если, может быть, хорошо там постараться. Вот. И так само это можно отнести и к гантельному варианту. И еще маленькая, да, там какая-то поправочка. Следует учитывать еще тельные сорта сплав. То есть такой вариант, когда, скажем, константно грузовое средство, то есть начальный вес, то, что входит в начальный вес, то ли шара, ну, скажем, шара атласа, допустим, вот, входит именно титан, вот. И если применить начинку свинцовую, так он, да, даже может в некоторых случаях, ну, в зависимости от того, какие сплавы чугуна, такие действительно, как излагалось, меньше весить. Но есть и другие варианты. Вот, если весистый сплав чугуна, сплав стали, разумеется, так он будет все-таки, если из, то есть, на, если константно грузовое средство сделано из титановых сплавов, а начинка из свинцов, он может быть все-таки в некоторых случаях чуть побольше там, диаметром, чем если бы как константно грузовое средство, так и смена грузовое средство, вот, ну, допустим, разборного шара, сделано из стали, или техники сплав чугуна. Вот. Это зависит от того, там, какие сорта чугуна. А так, он, может быть, в некоторых случаях и несколько там больше по диаметру. Разумеется, что если однородный металл идет, как на именно постоянно грузовые именно средства и смена грузовые средства однородные,
и идет, скажем, металл идет на постоянное грузовое средство, титановый сплав и стальной сплав именно для смены грузового средства, то, конечно, да, будет больший диаметр. Конечно, конечно, титанов. Все-таки, да, больше диаметр этого средства. Именно наружный диаметр, скажем, разборного шара. Он может быть когда за 350 миллиметров, когда как. Вот. Он может быть... А если применяется титан сплав для народ для всего, для корпуса, вот наружу, и свинцовая начинка для того, что внутри корпуса, так он может быть несколько меньше. Хотя все-таки больше, чем из одного сплава, если он был сделан. Там, как говорят, палка о двух концах. Вот. Ну, время поджимает, подпирает. По мере необходимости, возможности, все можем продолжить. Это сей у нас, сей, продолжим сей видеоролик. Вот. А покуда, скажем, традиционно, до свидания, до новых встреч.